Дорогой доктор, вот я сегодня хочу и вам, и Ханне показать эксперимент, который мы с моими приятелями изобрели. И сейчас здесь вот выпустили уже одну книгу, а сейчас готовится вторую книгу выпустить. Поэтому сегодня будет не просто демонстрация фокусов, а сегодня будет разоблачение. Я вам все хочу рассказать, вообще все, что я знаю. Итак, прошу вас, вот колода карт. Открывайте, доставайте ее оттуда. Значит, дело в том, что вот я вам уже показывал несколько фокусов, я вам показывал с колодой, которая называлась «Невидимая колода карт». Вот, пожалуйста, перетасуйте, посмотрите. Дело в том, что мы решили так, что карты тут не одинаковые, все разные. Любая колода. Сколько они? 52 карты. 52. Да, так вот, любая колода... Я их не пересчитываю. Можно их перемешать. 52, я чувствую. Да, конечно. Так вот, любая колода... Они все разные, абсолютно. Да. Вот любая колода, она, по сути дела, невидимая колода. Так, перемешать? Почему? Да, пожалуйста, перемешать. Значит, почему мы их называем невидимой колодой? Вот положите ее сюда. Смотрите, вот с этой стороны вы же не видите ни одну карту. Вы видите только краб, они все одинаковые. Совершенно непонятно, какая карта какая. А вот с этой стороны, вы прекрасно можете видеть все карты. С одной стороны она невидимая, с другой она видимая. И вот я ее вам дал для того, чтобы вы могли посмотреть и мысленно, а хотите прям так, выберите из нее одну карту. Любую карту, как вы хотите. С этой колодой? Да, да, да. Мысленно или физически? Давайте физически. Только не даму, доктор, это предсказуемо будет. Это хорошо. Она специализируется не по... Да, здорово. Хорошо, сейчас найдем. Искать можно? Конечно, почему же нет? Нашел. Нашли. Возьмите ее отдельно, да, положите. А эти карты сюда кладите. Вот, чудес. Нет, вы на нее посмотрите. Возьмите ее в руку. Вы ее знаете. Вы ее посмотрите. Это не она, это он. Может быть, он, я понятия не имею, что у вас за карта. Но дело в том, что вы сейчас, зная, что это за карта, можете мысленно ее послать ко мне вот в эту колоду карт. Держать надо. Да. Вы ее представили себе, сюда послали мне. Да. Дело в том, что у меня здесь двойная невидимая колода. Что это значит? С этой стороны, вот видите, все так лежат, но они у нас еще и с этой стороны, видите, вон какие. Итак, какая у вас карта в руке? Давайте, покажите. Показать? Все. Теперь можно показать. Что это такое? Король червовый. Это просто замечательно. Просто замечательно. Потому что, вы посмотрите, вот здесь все карты нормальные, только лишь одна. Король червовый лежит среди этих вот всех белых карт. Вот. Но в чем дело? Вот вы его видели. Вы смогли его сюда мне передать. А теперь давайте поступим гораздо серьезнее. Положите его назад туда, в эту колоду. И как следует перемешайте все эти карты. Перемешайте. Ханночка сейчас снимет, как вы хорошо будете их все перемешивать. Прямо от души. От души, чтобы все было чудесно. Перемешивать. Да, перемешивайте. То есть вот это карта, которую я выбрал. Она неизвестна, где она. Конечно. Причем, открываю вам первый секрет. Когда человек перемешивает колоду, он думает, что он хорошо ее перемешал. На самом деле это иллюзия. Я вам покажу. Смотрите. Черное. Видите, сколько после черных лежит. Потом пошли красные, вот где-то важно тут. Опять черные. То есть перемешаны карты никогда не бывают хорошо. Поэтому всегда предлагают еще снять. Снимите, пожалуйста. Отлично. Нет, можно рисовать.
Давайте так вот остановимся. И я раскрываю вам второй секрет. Вот здесь вот книжка есть. Книжка совершенно изумительная. У меня она уже давным-давно, ее 100 лет назад первый раз издали. Это книга о карточных фокусах. Можете себе представить, здесь миллион всяких фокусов, и я ее читаю каждый вечер и с огромным удовольствием. И вот теперь, смотрите, я вам хочу показать, что вы как доктор, вы не просто зрением видите. Вот давайте возьмем карту, которую вы сняли, накройте ее рукой. Ни вы, ни я, никто, мы не знаем, что это за карта. Но ваше тело, оно все чувствует, и оно передает ее сюда, эту карту, образ ее. И вот вы можете посмотреть опять, здесь у нас вот эта вот самая наша колода. И надо вот среди этой колоды невидимых карт одна появилась. Давайте-ка посмотрим. Убирайте, открывайте. О, ваша любимая, открывайте эту. Дама, да. Ну, видите, вы даже две дамы. Это была там. Но самое-то главное, да, но вы можете посмотреть, здесь больше ничего у нас нет. Можете взять в руки. Вот это я вам сейчас... Но самое-то интересное. Сейчас у доктора когнитивный диссонанс был. В этой книжке на 37-й странице рассказано, как это делается. С ума сойти! Как это получилось? Но это я всегда говорю только для тех, кто хорошо читает по-английски. А сейчас ничего не было, как так? Это было вообще сейчас. Это уже. Сейчас мы идем к психиатру.